Книга «Открытым оком», том 3, тема «Крещение», вопрос 994. Можно ли венчаться оглашенным? Неужели новоуверовавшим ждать 3 года, пока пройдет катехизация? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Венчание – это то таинство, которое преподается и не членам церкви еще до их крещения, но при непременном их твердом обещании в письменном виде, что они будут стремиться стать членами церкви православной.